Друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Марк, и сегодня у нас на обзоре домик немецкого производителя Хобби модели Excellent 495. Караван это 2007 года выпуска, имеет внутренний бак для чистой воды и маркизу. Начнем наш обзор снаружи, с передней части. В передней части каравана находится лобовое окно, которое открывается, имеет свою москитную сетку и солнцезащитную шторку, как и все остальные окна, люки и двери в этом караване. Под этим окном находится рундук технического назначения. Для двух газовых баллонов максимального объема 27 литра, если это баллоны железные. И двух баллонов максимального объема 24,5 литра, если это баллоны композитные. Также здесь остается место для запасного колеса, каких-либо ключей и так далее. Здесь же у нас хранится и бак для серой воды. Прицепное устройство от производителя Winterhoff модели VS3000 со стояночным тормозом, колесом для вдувания прицепа, на котором у нас установлены весы, чтобы вы по мере загрузки каравана вещами отслеживали нагрузку на фаркоп. И абсолютно как любой караван, он оснащен тормозами инерционного типа. Фишка для подключения здесь на 13 пин. Соответственно, если на вашем автомобиле также розетка 13 пин, у вас будет поддержка температуры холодильника на ходу в этом прицепе, если вы преждевременно охладили его от газа, либо от сети 220. В случае, если на вашем автомобиле розетка 7 пин, вы берете переходник из 13 в домике 7 в автомобиле, и работает у вас только наружная оптика. Поддержка внутреннего оборудования будет отсутствовать. Видим, что дышло у нас удлиненное. И если мы снимем этот белый кожух, мы сможем установить здесь велодержатели для двух велосипедов. На этом в передней части у нас все. Теперь посмотрим, что с правой стороны. С правой стороны по ходу движения каравана в передней части находится рундук с кассетой от биотуалета. Здесь же находится и заливная горловина в отдельный бак для смыва этого туалета. Объем 10 литров. Сверху над этим рундуком находится окно, которое ведет в санузел. Оно по заводу уже замотировано и сквозь него ничего не видно. Но оно все так же открывается, имеет москитную сетку и солнцезащитную шторку. Над осью находится подключение каравана к сети 220. Кабель идет у вас в комплекте. С этой же стороны находится у нас и входная дверь. Она делится на две части. Закрыв нижнюю часть, тем самым вы можете контролировать выход животных либо маленьких детей. В входной двери есть фиксация в открытом положении, чтобы ее не захлопнуло ветром. Есть мусорное ведро, есть вертикальное окно с солнцезащитной шторкой и москитная сетка. Над входной дверью есть наружное освещение. С этой же стороны у нас и установлена маркиза. Далее идет наружная розетка 220 и подключение TV-антенны, если вы хотите воспользоваться телевизором, либо каким-либо оборудованием снаружи. На этом с правой стороны у нас все. Теперь посмотрим, что сзади. В задней части прицепа находится также окно, которое ведет в обеденную зону. Все остальное здесь по стандарту. Наружная оптика и рукоятки для ручной транспортировки прицепа. Также снизу есть направляющие подшестигранники для того, чтобы выставить караван на опоры, так называемые лапы. Абсолютно каждый караван их имеет. Две сзади, две спереди. И по мере того, как вы приехали на местность, вы специальным ключом, который идет у вас в комплекте, выставляете караван на эти опоры, и он у вас не раскачивается, стоит устойчиво. На этом в задней части прицепа все. Теперь посмотрим, что с левой стороны. С левой стороны по ходу движения каравана в задней части находится рундук с баком для чистой воды. Он у нас портативный, мы его можем достать, набрать с него воды, вставить и пользоваться. Далее идет две решетки выхлопа и вентиляции от холодильника. И в передней части с этой же стороны рундук с доступом под кровать для двоих. Доступ можно получить как открыв тот рундук, так и подняв ламель с матрасом внутри.
На этом снаружи у нас все. Теперь можем пройти внутрь и посмотреть, что же у нас там. В задней части прицепа находится обеденная зона, V-образный диван и столик по центру. Эта же зона может являться и спальным местом, если мы опускаем этот стол вниз и укладываем боковые подушки также непосредственно в центр. Получается одна сплошная кровать. Более подробное фото в разложенном виде, размеры спального места и, в принципе, всего каравана вы можете увидеть на нашем сайте в описании под этим прицепом. Под этими диванами есть места для хранения вещей, как и сверху по всему периметру этой зоны в виде таких вот шкафчиков. Под этими шкафчиками есть полки. По освещению это два угловых плафона. Также в углах с дополнительными полками есть также освещение. По всему периметру над шкафчиками идут отдельные лампочки и центральный плафон на потолке. Естественно, освещение в эту зону нам придает три окна в круг этой зоны. На этом здесь у нас все. Теперь посмотрим на кухонный блок. Кухонный блок состоит из плиты, на которой расположены три газовые конфорки. Справа от плиты находится раковина. Под раковиной находятся дополнительные ниши для хранения кухонных принадлежностей в виде выдвижных шкафчиков. Слева от них холодильник от производителя Dometic на 80 литров с отдельной морозильной камерой внутри. Работает он как от сети 220, так и от газа, а вот 12 вольт он поддерживает уже намборную температуру, опять же при условии, что на вашем автомобиле розетка 13 пин. Слева от холодильника также дополнительная ниша для хранения. Сверху над кухонным блоком тоже шкафчики для посуды. Два здесь и два здесь. Слева в углу находится ниша с прозрачной дверцей и своим отдельным освещением внутри. Над кухонным блоком люк 40 на 90, который открывается с москитной сеткой и солнцезащитной шторой. Может служить нам в качестве непринудительной вытяжки во время готовки. У кухонного блока справа также есть снизу дополнительная ниша угловая. И здесь еще одна с прозрачными дверцами и уже синей подсветкой внутри, плюс держатель для бутылок и стаканов. На этом с кухонным блоком у нас все. Теперь давайте посмотрим, что напротив. Напротив кухонного блока, также в центральной части каравана, находится, во-первых, входная дверь. Здесь есть крючки для верхней одежды. И возле входной двери находится управление всей электрикой в караване. Более подробную инструкцию, как чем пользоваться, и, в принципе, демонстрацию всего оборудования, вы получаете при покупке от наших техников. Здесь находится шкаф для вещей с уже установленной штангой для вешалок внутри. Под этим шкафом находится основной блок отопления труба. Караван отапливается за счет раздува теплого воздуха. Раздув есть по всем зонам, поэтому он прогревается равномерно. Работает он от газа. На этом здесь у нас все. Теперь можем посмотреть на вторую спальную зону. Вторая спальная зона с кроватью для двоих, в простонародье французская, поскольку имеет подступ с одной стороны. Подняв ее, мы получаем доступ к месту для хранения вещей. Также и можем получить его снаружи, через рундук, который я вам уже там показывал. Сверху над кроватью по всему периметру также есть места для хранения в виде вот таких вот шкафчиков. Сверху на потолке люк 40 на 40 открывается с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой. У изголовья кровати у каждого есть свой отдельный ночник, который включается и выключается отдельно, плюс регулируется по направлению. Стойка с мини-баром у нас разворачивается. И на второй стороне место для телевизора. Здесь выведена уже антенна и розетка. То есть мы можем развернуть либо смотреть телевизор в передней зоне, либо развернуть и смотреть телевизор во второй спальной зоне. Напротив французской кровати находится умывальник. Под умывальником ниша для хранения ванных принадлежностей, также слева и сверху. Над умывальником находятся зеркала со своим отдельным освещением. Вторая зона также перекрывается у нас полноценной дверцей. На этом здесь у нас все. Теперь можем посмотреть на санузел. Санузел здесь совмещенный, находится в передней части каравана. Войдя в него, сразу попадаем на душевой поддон. После душевого поддона идет туалет от производителя Tedford с электрическим смывом и индикатором заполнения. Над туалетом находятся полочки и шкафчики для хранения ванных принадлежностей. Сверху в этой зоне, естественно, есть отдельное освещение. Душевая лейка регулируется по направлению. И окно, о котором я вам рассказывал еще снаружи. На этом в санузле у нас все. Теперь мы можем подвести итоги. Итак, друзья, сейчас мы с вами посмотрели на еще один караван на площадке. Опять же, от немецкого производителя Hobby, модели 495. Напоминаю, что данный караван 2007 года выпуска имеет бак для чистой воды, бак для серой воды и маркизу, уже установленную в комплекте. Идеально подойдет для проживания 4-5 человек. Имеет две спальные зоны, одна из них с V-образным диваном, как обеденная, и вторая с французской кроватью.
На момент публикации данного видеоролика караван находится у нас на площадке по адресу города Санкт-Петербург, Янина 1, улица Шоссейная, 50А. Этот и другие модели именно актуального предложения вы можете отследить на нашем сайте либо в нашем телеграм-аккаунте, ссылка на который будет в описании под этим видеороликом. Ну а на этом все, друзья. Приезжайте к нам на площадку, посмотрите этот и другие модели воочию. Всего доброго. Путешествуйте.